Всем огромный привет! Сейчас хочу приготовить простой, вкусный, сытный завтрак. Я этот завтрак готовлю чуть ли не каждый день, но 3 раза в неделю это точно. Состоит он из простых и доступных продуктов, и я думаю, у каждой хозяйки эти продукты, конечно же, найдутся в холодильнике. Давайте приступать готовить. Так, сначала я приготовлю тесто. Здесь у меня в чашке 2 яйца, я добавляю соль, черный молотый перчик, паприка. Вы можете в тесто добавить любые свои любимые специи, которые вам нравятся. Я показываю те специи, которые нравятся нам в этом блюде. И сухой чеснок. Все это смешиваем. Можно даже взбить миксером немножко. Теперь сюда же я добавляю 2 столовые ложки сметаны. Опять хорошо смешиваем и пробуем на соль и специи. Если что-то нужно добавить, добавляйте. У меня тесто получилось уже очень вкусное и ароматное. Вот так немножко на кончике ножа добавляю разрыхлитель. И добавляю муку. Замешиваем тесто. Также сюда сейчас можно добавить любую зелень. Петрушку, укроп, зеленый лук. Но мы не любим, поэтому я не добавляю. Все хорошо смешали, и вот такое тесто получается, не густое и не редкое. Чуть гуще, чем на блины. Пока тесто отставляем в сторону. Буду нарезать колбасу. У меня это сосиска. Можно добавить любую колбасу, которая у вас есть. Также можно в это блюдо добавить и копченую колбасу. Будет вкусно. Нарезаю мелким кусочком. Мелко нарезаю сладкий перец. Также мелко нарезаю помидорчик. Теперь эти все нарезанные продукты отправляем в тесто. На мелкой терочке натираю небольшой кусочек сыра. И сыр тоже отправляю сюда. Теперь это все хорошо-хорошо смешиваем. В сковородочку наливаем небольшое количество растительного масла. Ставим сковородку на медленный огонь. Выливаем смесь в сковородку. Разравниваем все хорошо. Накрываю крышкой и готовим минут 10-15 на медленном огне. Обжаривать этот пирог или блин, или как его назвать, будем с обеих сторон. С одной стороны поджарился. И теперь переворачиваем быстренько на другую сторону. Опять накрываем крышкой. Так, друзья, ну что, не прошло много времени, как наш вкусный завтрак уже готов. Этот завтрак у нас на двоих, поэтому делю его на 2 части. Друзья, вот такая вкуснятина получается на завтрак. И готовится быстро, и получается вкусно. Рекомендую приготовить. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.